18 декабря по многочисленным просьбам слушателей в Донецкой филармонии звучат лучшие мировые хиты. Молодежный оркестр народных инструментов под руководством Александра Малиновского. Фолк-бенд «Русский акцент» под управлением Олега Просвирина и вокалисты филармонии представят в оригинальном прочтении хиты из репертуара The Prodigy, Rammstein, Eurythmics, Survivor, AC/DC, Sting, кино и многое другое. Подробности в кассе и на сайте филармонии.